Сізді күнделікті күйбең тіршілік шаршатты ма? Мінез құлқыңызды өзгертіп, сенімсіздіктен арылғыңыз келе ме? Жақсы киініп, жұлдыздарша жүріп тұруды қалайсыз ба? Онда Маңғыстаудағы ең танымал мамандар сізге көмекке келеді. Өмірімді өзгерткім келеді хабарының сарапшылары. Олар білікті психолог Нұржанай Бокушева, кәсіби пластикалық хирург Борис Чагай, танымал жаттықтырушы Анатолий Жданов, үздік шаштараз визажист Настя Усокина. Сеніңіз өзгеруге болады. Өмірімді өзгерткім келеді бағдарламасының өткен хабарында Айнагүл психолог маман Нұржанай Бокушева мен кездесті. Психолог маман кейіпкеріміздің бойында өзіне деген сенімділік пайда болып, мінез құлқының өзгергенін айтты. Бабытты мінезіңіз ашық мінезді, жарқын, қолыңызға келгенше халықтың бәріне көмектескім келіп тұрады деген бір сондай өзіңіздің бойыңыздан да байқаған болатынмын. Бірақ дегенмен психологиялық тұрғыда мысалға өткенде тренинг жұмысында өзін өз бағалау. Сол көп әсер еткен сияқты деп ойлаймын өзім. Сәрсенбінің сәтті күнінде кейіпкеріміз білікті косметолог Нұржамал Оралбайқызымен жүздесті. Бұл методика, бұл ерекше бір методика. Біріншіден бұның бір әсемдігі бұл мынадай кішкентай мезороллерлермен жасалынады. Бұл мезороллерлер әр адамға индивидуально, то есть әр адамға жеке басынан біреусі ғана ашылады. Сондықтан да бұл методиканың зияны жоқ адам баласына. Тек қана мұны жасауға болмайды, бетте жара болса, әртүрлі жаңағы іш құрылысына байланысты кейбір аурулары болатын болса. Ал бірақ адамның бет терісіне келтіретін пайдасы болмаса, зияны жоқ. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Ақтаустар автомектебінің ұстазы Әділбай Гажаков Айнагүлге қала ішінде көлік жүргізуді үйретіп бастады. Кейіпкеріміз фитнес-залға және аэробикаға үзбей баруды жөн деп санайды. Айнагүл өткен хабарымызда 2 келіге арықтаса, енді 5 келі салмақтан арылған. Кейіпкерімізге киім таңдауды бастадық. Кәсіби стилист Лиана Шуликова Айнагүлге киім үлгілерін дұрыс таңдау жолдарын айтып үйретті. Такие большие сумки объемные, которые вот любят у нас женщины, да, такие хозяйственные сумки, не подойдут, к сожалению. Это лучше либо такой клатч, но не как кошелек, да, в форме конверта, например, клатч, объемный клатч. Кейіпкеріміз жобаға алғаш келген күнімен салыстырсақ, біраз өзгерістер бар. Қазір ол өзіне сенімді. Рульге алғаш отырған кезде қорқыныш сезімі болды Айнагүлде. Ал бүгін Әділбай Гажаковтың арқасында көлікті қала ішінде өзі жүргізуді бастады. Қолдарым да бәрі үйренді, бұрынғы қорқынышымда кішкене сейілген сияқты. Өзімді еркін ұстай бастадым рульде. Жақсы болады деп ойлаймын, енді ары қарай тезірек үйреніп кететін шығармын. Ағайдың да көмегі өте көп болып жатыр маған, үйретуші Айнагүл тренажер залдан бөлек аэробикаға да барып жүр. Кейіпкеріміз өткен хабарда 2 келіге арықтаса, енді 5 келі салмақтан арылған.
осы жердің көмегі ерекше деген сияқты себебімен осы жерге қатысқан бір аптада 1-2 килограмм тастадым. Қазір негіз осы проектке қатысып жүргел бер, 1,5 ай болыпты да, 1,5 айда мен 5 килограмм тастадым. Бұл енді жақсы результат деп ойлаймын. Енді мына аэробика туралы айтатын, мен қазіргі аэробика бойынша инструктормын. Эллада Саричева деген инструктор, өте керемет кісі. Бұл жерде барынша барлық күшіңді салып жасайсың. Жаңағы жай ғана емес, бүкіл денеңнің әрбір мүшесі қимылдайды да, қимылға түскеннен кейін сенен уже артық тер шығады. Кішкене бірінші кездерде денеңнің бәрін ауырып, бір ала алмай қалып жүргенде боласың, бірақ өзің жеңіл сезінесің. Нағыз біздің жасымыздағы адамға кейін керегі мен осы аэробика деп ойлаймын, аэробика және пилатес. Аптаның сейсенбісінде Айнагүлге киім таңдауды бастадық. Астана сауда орталығының екінші қабатында орналасқан Вива бутигінің иесі Нафиса кейіпкерімізді қуана қарсы алды. Давайте как уже куда-то выйти. Видите, Андреечка, здравствуйте. Здравствуйте, Айгуль. Здравствуйте, меня зовут Яна. Я ваш стилист компании Лерино. Для того, чтобы разобраться во всем этом ассортименте, чтобы глаза не разбегались, я буду с вами рядом. Мы попробуем подобрать вам что-нибудь именно то, что подходит конкретно вашей внешности. Я буду признательна вам. Давайте тогда вместе выберем, да? Или сначала... Давайте сначала сделаем так. Вы сейчас посмотрите то, что вам понравится, примерите это на себя. Угу. Затем я предложу вам какой-то другой вариант, который будет, с моей точки зрения, подходить больше вам, да, с профессиональной точки зрения. И тогда мы сравним два варианта и посмотрим, что будет подходить больше. Ну, давайте тогда. Хорошо. Сначала тогда мой вкус. Да, для нас это очень интересный опыт тоже будет посмотреть, послушать, увидеть. Для нас это очень интересно. Итак, я думаю, начнем, да? Так, наверное, давайте начнем с брюк. С брюк. Хотела вот порекомендовать женщинам среднего роста варианты более удлиненных блузок. Это будет в данном случае удлинять силуэт, делать его визуально выше. Вот если бы был бы немножечко длиннее вот этот блузон, да, вот хотя бы до сюда, вы были бы немного стройнее и выше. Айнагүлдің киім таңдаудағы талғамы да жаман емес. Все гармонично сделано. Это я просто офисная, да. Все-таки работающая женщина. Просто имеется в виду, что вот хороший комплект, у вас есть чувство вкуса.
стиля, в принципе, врожденный. Это есть у каждой женщины так или иначе, просто она просыпается у кого-то раньше, у кого-то позже. Вот. Единственное, что было бы лучше, если бы вы не делали такие контрасты между верхом и низом. Почему? Потому что вы делите ваш рост на две части, и это забирает ваши сантиметры драгоценные. Вот. Если, допустим, говорить об этом комплекте, то можно было бы его, опять-таки, укомплектовать как какой-то ниткой жемчуга, да, вот, если вот так вот продемонстрировать, вам короткая не подойдет, вам нужно будет, чтобы она шла вот где-то вот до сюда. Получается, вы удлиняете вот здесь вот шейку, она, ну, более длинная становится, да, и стройненькой. Вот. Было бы лучше, если бы на вот этой вот рубашке присутствовали вертикальные линии. Какие-то такие вот, да, которые бы комбинировали вот вместе с юбкой. Ал енді стилист маман Лиана Шуликова Айнагүлге қандай киім үлгісін таңдап берді екен. Вот эта сумка конкретно с вот этими босоножками, они подойдут под все практически. Под джинсы, под юбку, под платье, под все абсолютно. Поэтому лучше, ну, чем брать много-много вещей, лучше взять 4-5 комплектов там сумки и обуви, и они будут вам на несколько сезонов. Бежевый, черный, коричневый, серый, они будут выгодны всегда в любом сезоне. Итак, мы видим следующий наш образ, видим элегантную, я бы даже не постеснялась сказать, леди, потому что здесь все каноны классики соблюдены и приобрели такое сочетание. Сейчас перед нами вечерний вариант летнего образа именно. То есть это ткань, которая позволяет дышать коже, которая пропускает через себя воздух, чтобы это было комфортно для того человека, который это носит. Естественно, для зимнего варианта вечерний образ, он будет выглядеть по-другому. Комплект дополнен ниткой жемчуга, который очень функционален. Если вы берете нитку жемчуга не длинную, то есть вот здесь вот, то она будет носиться только вот так. Соответственно, лучше брать, если, допустим, у вас ограниченные средства там, или вы любите именно функциональность и практичность, лучше брать, конечно же, длинную нитку жемчуга. Таким образом вы сможете варьировать, да, где-то сделать две, где-то сделать три, где-то сделать вот так. Например. В данном случае, конкретно в вашем случае, нужна длинная нитка жемчуга, потому что у вас невысокая шея. Таким образом мы удлиняем линию шеи за счет вот этой вот жемчужной нитки. Айнагүлге киім үлгісін таңдадық. Вива бутигінің иесі Нафиса және стилист Лиана өздерінің сыйлықтарын да ұсынды. Айнагүль, вы сегодня померили очень много вещей. То, что вы сами посмотрели, то, что вам наш стилист предложил. Что вам самой понравилось? Мне понравилось то, что мне предложил стилист. Она вам сделала образ, да? Да. Образ она вам сделала. Я уже по-другому на себя смотрела. Но вам понравилось? Конечно, понравилось. Очень рада. И мне приятно, что это происходило в нашем бутике, в торговый центр Астана, 12-й бутик «Вива». От нас мы вам презентуем небольшой подарок. И надеемся, что это вам очень понравится. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне понравились ваши консультации. Мне понравилось было с вами. Спасибо. И вот несколько слов я бы хотела сказать о нашей героине. Я, конечно, очень восхищена этим человеком, тем, что в возрасте уже, да, более чем кардинально свою внешность, пройти через столько испытаний на глазах у всей страны практически, и так достойно держаться, так достойно идти по этому выбранному пути. Было очень приятно работать с вами. Мне тоже. Да, спасибо большое. Мне будет приятно с вами видеться снова, поэтому я тоже от нашей компании хочу делать подарок. Да? Да. Сегодня день подарка. Да. Это только потому, что с вами приятно работать. Да. Бесплатно разбираться это полностью. То есть мы с вами посмотрим, что в вашем гардеробе есть, чего не хватает. Это будет совместно со мной все произведено. Если вам понадобится день шопинга или чтобы просто мы прошлись еще раз по вашим образам, то я буду готова вам помочь. Это большое вас стоит. У нас много женщин приходит, которые именно желают поменять свой стиль. Я думаю, никто бы не отказался от вашей помощи. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое.